Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я начинаю разбор. Ой, даже не знаю, как это назвать. Я купила вот пакет. Для кого-то это мусор. Для меня это целое богатство. И вот теперь сижу и разбираю. Мне все это нужно разобрать. Хотя бы по кучкам, чтобы вам показать. Потому что здесь ничего не понять. Вот, так что сейчас я разберу и вам покажу. Это храплю не я. Это храпит Амстаф. Да, мой хороший. Да, я хотела с вами познакомиться, те, кто меня не знают. Зовут меня Любовь Николаевна, мне 64 года, живу я в Крыму. В Крыму я живу 7 лет почти. Сама я из Подмосковья родом и прожила там 33 года. Потом я прожила почти 30 лет в Мурманске, ну и переехала в Крым, в Черноморск. Это такой небольшой поселок-городок на западном берегу Крыма. Занимаюсь я украшениями, цементом. Ну и вообще люблю декорировать все, что мне под руку попадает. Вот даже какие бусины есть. О. Очень это дело люблю. Кто мой хороший? Что мой дорогой? Вот отвлекает меня. Вон его валяются штуки, которые он грызет. Сейчас я нахожусь в Питере у дочки и стараюсь всегда... Зайка, не надо, ты мне все свернешь. Вот. Стараюсь. До этого я была в Мурманске у сына. И я стараюсь покупать здесь камни, фурнитуру. Потому что в Крыму, во-первых, нет ничего. А потом у нас же санкции против Крыма. То есть мы даже не можем заказать на Алиэкспрессе. Так, ну-ка, друг, все, хватит. Вот, поэтому приходится на Алиэкспрессе я заказываю через дочку. Ну, в общем, когда приезжаю, а приезжаю я довольно часто, я стараюсь тут покупать и везти потом с собой. Данте, но... Ну, Данте. Ну что, все летит. Маленький, очень любопытный. Ему только 4 месяца. Вот. И скажи, я везде суну свой нос. Вот. Так что вот такое мне попалось первый раз. Просто огромная удача. Я не ожидала никак, что у меня... Попадется вот столько всего. Кому-то, может быть, покажется это мусор, а те, кто занимаются украшениями, прекрасно понимают, что все это перемоется, обязательно перемоется, и потом пойдет в дело. Вот я сначала сейчас разберусь, что выбросить. Вот, ну, вот видите, вот попадается какой-то вот. Что-то. Вот жалко, такая бусина интересная. Ой, Данте! Сейчас я тебя выгоню. И видите, и разбитая. Вот это жалко. Все, нельзя, это ты не ешь это.
выгнала. Выгнала парня, пошел обиженный. Вот, ладно, все это долго разбирать еще. А что я из этого буду делать? Увидят те, кто подпишется на мой канал и будут смотреть видео. Я думаю, вам понравится. У меня есть еще один канал. Девочки, которые смотрят его, им очень нравится. Вот, так что приглашаю вас всех ко мне на канал. Буду ждать с вами встреч. Ну что же. Ну, практически разобрала. Осталось здесь вот дерево, мелкое стекло. Вот еще какая-то цепочка. Ну, это удлинительные цепочки, они тоже пригодятся. Еще есть фурнитурка. Ну, это я уже потом разберу. Устала, надоела полдня. Вот это я разбираю. Ну, что хочу сказать. Вот со всего этого мешка вот мусор. Вот это вот мусор. Ну, тут, ну, это, в общем, какая-то одна сережка, что-то сломано, видите, вот жалко, конечно, вот такие. Вот. Ну, ладно, это все ерунда. Зато посмотрите, чего тут только нет. Вот такие бусины, вот такая вот подвеска перламутровая. Вот это стекло. Посмотрите, жемчуг какой. Ну, вот есть, да, по одной сережке. Хороший камень-то какой. Ну, мы же найдем, куда его пристроить. Вот, вот такие вот. Три бусинки. Вот такая одна бусинка. Одна вот такая вот. Но ничего, мы им найдем место. Вот такая вот одна. Вот, вот смотрите. Ну, это вот были браслеты, но они мне нужны. Для сатуаров они мне нужны. Чтобы от них еще, ну, была кисточка или галстучек такой. Вот, так что я очень рада этому. Так. Так, ну это мы видели. Очень много перламутра. Знаете, вот таких браслетиков. Очень много. И вот такие. Вот три вот таких вот шикарных стеклянных бусины. Прям хорошенные, крупные, огромные. Так, вот такой перламутр. Вот этого вообще куча. Вот такие бусины, очень тоже их много. И вот это все вот такие браслетики-то. Есть, правда, одиночные, но... Так, еще перламутр. Вот индийский агат. Вот аметиста сколько. Тут есть, конечно, поломанные бусины, но я их выбрасывать не буду. Я потом буду декорировать что-то и их куда-нибудь применю. Жалко же выбрасывать. Так, это из гематита, тоже браслеты были. Это вот такие были браслеты. Вот, вот этот вообще целый тоже. Перламутр разный. Вот такие вот бусины. Вот эти вот есть поломанные на концах. Но я их тоже выбрасывать не буду. Пригодятся куда-нибудь. Так, вот это тоже имитация янтаря. Разных цветов. Вот такие бусины. Это камень. Вот. Крупные такие вот куски. Вот этот вот отломанный, правда. Так, ладно. Ну, это тоже дело поправимое. Вот такие. Очень много с ракушками. Так. Фурнитура. Замечательно, всегда нужно. Всякие какие-то подвески. Вот из темного такого металла. Ну, в общем,
Вот такая дельфинчик подвеска. Тут кабошоны и всякое, всякое, всякое. Вот одна сережка с совушкой. Вот из мелочи всякой собрано. Ну, вот эти какие-то они уже... Ну, они, видимо, в этой куче валялись, уже пошоркались. Перламутр. Такие вещи интересные попадаются. Вот тоже, видите? Вот из розового кварца две только штучки. И две вот из такого, не знаю, камень это или что, или стекло. Вот, одна вот такая сережка. Одна. Жалко, хотя бы еще швенза была бы такая. Так, очень жаль, что вот одна такая бусинка всего. Вот, вот из сердолика, смотрите, какая рамочка для бусин с отверстиями. Вот, пара серег. Такие хорошенькие, блестященькие. Вот такие сережки из натурального жемчуга. Ну, это надо вот дочке предложить. Одна вот такая. Так, теперь переходим к чему. Вот такая прелесть. Я когда ремонтирую брошки винтажные, у них бывает выпадают ну, вот эти стразики, кристаллики, как хотите назовите. И вот тут вот замечательный, синенький, зелененький. Вот эти вот все пойдут, вон даже посередине с эффектом АБ. Вот, есть. Они все, вот это все пойдет на ремонт. Вот еще. Вот видите, хорошего качества очень. Маленькие. Вот. Что еще тут? Ну вот, короче говоря, вот такое богатство у меня получилось. Вот тут очень много еще мелких бусин, деревянных и стеклянных в основном. И там еще и фурнитура попадается. Но это я потом разберу. Вот. И пол коробки бусин. Тут есть все. Стекло чешское. Чешская, может, и Мурана, не знаю, девочки. Ну, чего только тут нет. И агаты. В общем, и сердолик, и... Ой, каких только тут мне не попадалось. Вот обсидиан снежный. Причем, видите, какие красивые камушки. И вот такие квадратненькие. И, в общем, очень много, наверное, целая нитка вот такого камушка. Вот. В общем, разных форм, разных размеров. Есть по одному, а есть по нескольку штук. Вот этих штук, наверное, 5-6. В общем, просто замечательно. Просто замечательно. Я очень довольна. Просто никогда мне вот такого не попадалось, чтобы мне отдали оптом кучу, всякую кучу вот, бусинок. А теперь я вам скажу, за сколько я вот это все купила. Мои дорогие, 2000 рублей. 2000. Вот за это богатство. Представляете? Я просто вот в шоке. А сейчас я вам покажу, что я остального купила. Вот таких кирпичей. Первый раз я купила вот такие крупные. Просто я вот купила.
такие, и такие, и... Боже мой, мой склероз, девочки. Господи. Флюорит. Флюорит здоровущий тоже. Вот, ну еще я там стекла. Вот стекла накупила. Яшма. Позеленей. Поголубей, позеленей. Черные, красные. Ну, у меня дома-то много, но все равно всегда что-то не хватает. А поехала, девочки, я. Мне нужно было купить белые, черные, серые, ну и коричневатые. Я думала, что все. Да. Как же? Так, ну вот эти вот украшения я купила вот только из-за этих бусин. Вот, и попались мне, наконец-то, бейлы для шарфов под золото. Вот, я кроме украшений делаю еще шарфы-колье. Так что, мои дорогие, мы с вами познакомились. А, вот эти цепочки, тут еще куча цепочек, ну, они, вот это уже никудышное. Вот, но тут много вот этих цепочек, которые, ну, вот, удлинять украшения можно. Ну, я с этим разберусь. Вот, ладно, мы с вами познакомились. Я вам показала, что я сегодня купила на Апраксином дворе. Сейчас вот теперь надо пойти в магазин, купить маленьких пакетиков. Все это расфасовать. Ну что, спасибо вам за внимание, мои дорогие. Спасибо, что потратили время, посмотрели мое видео. Огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца. Ставьте лайки, кому понравилось. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Ну что ж теперь. Подписывайтесь, смотрите. Будем делать с вами украшения. И очень быстро, скоро выйдет украшение, которое я делаю. И поехали со мной в Крым. Я уезжала 10 дней назад. У меня цвели нарциссы, зацветали тюльпаны. Сейчас я вернусь, там еще будет красивее. Сейчас розы начнут цвести. Ну и вообще всякая красота. Вот, на основном своем канале я снимаю свою жизнь. И у меня там, кстати, и украшения, и цемент, и всякое декорирование, да и просто разговоры о жизни. Так что я вас всех приглашаю и на этот канал, и на тот. Будем с вами дружить. Спасибо всем. Пока-пока, мои дорогие.